Добрый день! Сегодня у нас в меню и на повестке дня самые настоящие зимние блюда. Это как раз вареники, вареники с картошкой. И сделают их не какой-то повар или представитель кулинарного сообщества, а именно простые ученики православной гимназии имени митрополита Платона Левшина. Ребята, вы в каком классе учитесь? Мы в девятом. Иван и... Юрий. Юрий. Откуда у вас вдруг такие... способности. Ну, учитывая, что у меня мама сама очень любит готовить. Она с детства, мне кажется, этим занималась, потому что очень часто оставалась дома одна с сестрой и была всегда по хозяйству. Ну, так как она моя мама, я перенял какие-то определенные навыки и тоже вот как-то по себе на любителя готовлю. Ну, вареники – это такое вот постное-постное, да, должно быть тесто, где только мука и вода. Да, это такое семейное, мне кажется, блюдо, чтобы так вместе собраться, поготовить вместе и потом, так сказать, поесть. Покушать, да, вместе. Покушать. Ну, в общем, все самое все доброе, хорошее из детства. Да. Юр, у вас-то как? Вас что, принудительно заставили? Нет, у меня тоже мама любит очень сильно готовить. Она готовит и меня в это время обучает к этому делу. Так, вы тоже вареники лепите, да, по-семейному? Ну, давайте, мальчики, начинайте тогда. Я отдохну. Хорошо. Как вы попали в православную гимназию эту? О, это было довольно-таки интересный случай. У меня раньше учился в совершенно другой гимназии, и я... Побольше муки. Да, хорошо, я знаю. Она тогда была еще не совсем большой, можно сказать, то есть она планировала закрыть. И моя мама внезапно мне сказала вот про вот эту прекрасную, мягко говоря, гимназию. Ну да, тут просторные коридоры, классы. Вообще замечательное здание, где много места, и тут несколько этажей, и вас всего 85 учеников. Ну, для вас созданы прекрасные, я хочу сказать, райские условия. Это, мягко говоря, райские, потому что сама обстановка по себе, можно сказать, такая семейная. То есть окутываешься, просто поступаешь в эту гимназию, и ты уже ощущаешь всю эту доброту от людей, которые ты знакомишься, разговариваешь с ними. Несите тесто, это такое дело, любит рук, тесто любит всегда я руки. Знаю. Юра, у вас как? Давно не практиковался. У меня здесь работает мама, и она мне рассказала про эту гимназию. Раньше я учился совсем в другой школе. То есть у вас опыт сравнения, он есть? Да. Так. И потом, так как она здесь работает, пришли и вы? Да. А ваши братья, сестры и так далее, где учатся? Ну, младшему брату всего 3 года, он в детском садике. Ну, собирается сюда? Да. У вас как? Ой, у меня 4 брата, 3 старших, 1 младший. И тоже все учились тут? Нет. То есть повезло только вам? Да, можно сказать. Ну, по-моему, да, повезло. Так. Тесто вот должно быть крутым. Я кручусь. Просто, честно говоря, давно уже не готовил. Как же? Все любите-любите, а как доходит до дела, давно не готовил. Я конкретно вот с варениками так вышло, потому что так-то я живу сейчас с братом, и в основном готовлю именно я. А где родители? А они живут в совершенно другом городе. Да? Да. Так сказать, отдельная жизнь уже началась. Взрослая жизнь. Да. И чем же взрослая жизнь отличается от детства? Когда ты остаешься один-один, и когда каждый вечер за тебя проблемы не решают. Давайте. Да, пожалуйста. Сейчас, минутку, я сам. Ну, честно говоря, я плохо еще могу это понять, потому что я еще не взрослый. Все-таки что-то решают еще родители. И, так сказать, нельзя полностью понять это, потому что из-за возраста, из-за той атмосферы, в которой ты живешь, еще не ощущается то, что ты взрослый. То есть ты ребенок еще. За тебя ты не должен прям что-то решать. Вот видите, тесто должно быть таким, что оно не прилипает уже к рукам. Ага. Вот это вот то, что с вами случилось, это вот, вот его надо... Тесто очень любит руки. Я знаю. И как бы вот мять, и до того, что оно вот уже не липнет, так как случилось у вас. Тесто уже готово, такое оно мягкое, эластичное, его надо... И не липнет к рукам, это главное. Да. То есть должна быть такое вот, некий пластилин, можно сказать, но... Не слишком, чтобы лип. Это главное. Вот. Ну и потом, Юр, вы что будете он делать? Он раскатывать очень я любит. Раскатываю. Это его, так сказать, любимое дело.
Что помимо занятий, чем вы занимаетесь здесь? Лично я вот планирую поступать в архитектурный колледж, поэтому помимо занятий я хожу на специальные курсы и подобие черчения, рисунка и что-то подобное. Ну, а меня я хотел после 9-го уйти и пойти в автомеханика. Очень люблю машины. Да? Да. Уже, ну, ездите? Как сказать, ездить? Учусь. Так, давайте динамично. Кто любит машины, надо динамично все делать, с экспрессией. Чему вас учат в гимназии главному? Ну, вообще, мне кажется, это любовь к ближнему. Да. Ну, как это можно научиться? Например? Ну, показывать пример, на различных примерах, что нужно как бы относиться к человеку, если он как-то провинился или ошибся, не сразу обвинять его в том, что ты плохо, так нельзя. Это все опять подобное. Слова и иллюзии. Конкретный пример, конкретное действие. Любовь – это так. Действие. Я в детстве до определенного возраста был довольно-таки хорошим мальчиком, и когда... А сейчас вы что, плохой? Ну, не самый лучший, можно сказать. То есть есть какие-то... Тонко-тонко надо рассказать. Он знает. Есть какие-то плохие моменты в поведении, конечно, но... Нам тут оценки ставят за плохое поведение? Да нет, тут обычно сразу родители вызывают. Без оценок, да? Да. У меня мама довольно-таки православный человек, и она всех нас, моих братьев, учила одному то, что нужно заботиться и любить друг друга. И у меня был понимаете, случай... никому не... Вот, я знаю, что это никому не интересно. Вань, никого не учат обижать. Я знаю. Да? Никого не учат там хлопать по затылку, еще что-то, делать какие-то... Все учат хорошему, да, чему-то доброму. Но получается, все время у нас есть добро и зло всегда. Ну, не совсем прямо точно. Как бы есть абсолютно добрые, но также есть и злые, но есть какие-то некие переходные, то есть... образно, они сами за себя. Все, давайте, мы ушли. Раскатал, да? Ну, сейчас, минуточку. Сейчас проверит начальник. Еще надо катать. Думаю, да. Немного толстовато, конечно. В чем тогда суть православного воспитания? У вас же православная гимназия? Да. Вот в чем суть? Чем она отличается? У вас есть сравнение с другими школами? Ну, если вот это конкретно... Я в светской раньше учился, но только, к сожалению, один год. Она мне не совсем понравилась. Ну, потому что не ощущался я там себе родным человеком. Как-то вы, товарищем или что-то подобное. А уже вареную картошку, да, уже дальше... Ну, она не совсем прям вареная. То есть она не до... Образно, аль денте. Ну, я не знаю, как это точно называется, но она не совсем прям доваренная. То есть ее... Отсюда слили... Ты слишком много наколожил. Да. То есть ничего оттуда раз. Сливают воду и прям расталкивают обычной толкушкой. Ну, давайте давай дальше, лепим. Дальше, давай. Мы на кулинарном шоу. Ребят заранее попросили где-то за день представить постное блюдо. У кого какая фантазия? Каждый класс работал над своим проектом. Первое наше впечатление от гимназии – это добрый мир, уютный, комфортный дом, дружеские отношения преподавателей и учеников. О том, скучно ли работать в православной гимназии, нам ответил ее директор. Это здорово. Это вот та реальная жизнь. Господь сказал, что пейте воду, живую воду, это Слово Божье. Вот здесь вот любить детей, любить Господа, вместе с ними радоваться жизни. А мы так и живем, потому что мы живем одной семьей. Мы вместе радуемся, путешествуем. У нас очень много проектов. То есть у нас такая активная, бурная жизнь. Нам некогда скучать, нам некогда сидеть. Мы учимся, творим, развиваемся. Много планов, перспектив. У нас есть серьезные прям международные проекты. В настоящее время в стенах гимназии имени митрополита Платона Левшина воспитывается 85 учеников с 1 по 11 класс. Об истории этого места, об основании Николо-Перервинского монастыря можно узнать в гимназическом музее. А мы возвращаемся к лепке пельменей. Меня учили вот так вот делать. Бабушка еще помню, когда я к ней ездил, так же делала все время. Юр, накладывайте нам. Давай, картошку накладывай. Сейчас, секунду. А вы доделываете все эти круги? Я делаю. Так.
чуть-чуть. В чем вот принципиальное различие? Давайте. Ну, понимаете, трудно это как-либо объяснить лично мне. Потому что я до конца еще не разобрался. Подключайтесь, может, у вас есть свое мнение. Совсем другое отношение к учебе, к... Как сказать, к самому поведению. В той же старой школе, когда я учился, нам постоянно разрешали ходить в разной одежде. Ну, в штанах, к примеру, в кофтах. А здесь получается как... Ну, форма дисциплинирует? Ну, да. В какой-то степени, кажется, да. А что вам хочется в этой жизни? Ну, как таковой цели у меня прямо сейчас нету. Есть определенные планы, но не цель. Какие же планы? Ну, закончить хорошо школу сейчас и поступить в колледж. Угу. То есть вы после 9-го пойдете, да? У вас уже такой отчетный год. Да. Юра, а у вас? Волнительно. Ну, у него тоже. Тоже после 9-го уйти, хорошо отучиться, ну и хорошо зарабатывать. Это важно? Ну, наш, как сейчас, в это время, да. К сожалению, для многих вещей деньги решают все. Ну вот мы сейчас налепим, а дальше что? А вы знаете, что случилось? С чем? Что вы забыли? Соли? Смотря как. Если варить в соленой воде, и если тесто замешивать тоже в соленой воде, то это не особо играет большую разницу. Тут все зависит от по вкусу. Прекрасные учителя, прекрасная гимназия, если объяснять просто и быстро. Угу. В чем прекрасность? В самом отношении учителей к ученикам. То есть они понимают, что им важно, чтобы они получили образование. То есть, есть такие, к примеру, учителя, ну не выучить, не выучить, мне это какая разница, я зарплату получу. А есть они... Прям понимаешь, относятся с пониманием и знают, что им это пригодится в жизни, иначе станут безработными. Ну, мы, в общем-то, будем еще катать и лепить другую партию. И когда у нас их будет слишком много, мы рекомендуем вам, наши телезрители, все это отправить в кипящую подсоленную воду. И у вас будут прекрасное постное блюдо, которое можно есть во время и Великого Поста, и нынешнего Рождественского. И поэтому мы вместе с Юрием и Иваном желаем всем всяческого благополучия, успехов и, конечно же, радости жизни, которую они получают здесь, в стенах этой гимназии. А вам хорошего поступления, надежных товарищей, добрых вот этих путей по этой жизни. Спасибо огромное. Вам тоже большое спасибо.